Оранжевы узровень небяспеки объявлены у Беларуси 21 лютого. Причина – моцный ветер. Пик небяспеки чекается ночью и раницей на авторок. Узмацнение ветру будут у межах 15-18 метров за секунду. При этом ночные температуры по области от минус 1 до плюс 4 градусов. У день слупки термометров покажут до плюс 7, днем ветер крыху ослабее. Чекаются порывы до 14 метров за секунду. По информации облгидромету, узмацнение ветру связано с полночно-заходними активными атмосферными фронтами с Балтики. Так само по всей территории региона чекаются невеликие опадки в выгляде мокрого снегу и дождю. На дорогах гололедица.